В Ангарске прошел благотворительный ужин в поддержку общественной организации «Дети-ангелы». Это подарок местных предпринимателей к Новому году. Деньги, которые были собраны во время благотворительного ужина, передали общественникам. Им поддержка меценатов сейчас остро необходима. Вырученные средства как раз пойдут только на содержание данного помещения. А остальное, подарки, это уже другие люди предоставят. На данный момент у нас так и работает долговременный проект «Школа радости», где дети занимаются ЛФК, ему адаптивной гимнастикой и музыкой. А также у нас есть группа временного пребывания. Это всего 5 детей. С утра приходят, мамочки оставляют, и с ними занимается педагог. В 2019 году организация «Дети-ангелы» переехали в просторное помещение в одном из жилых домов. Сделать ремонт помогли спонсоры, а вот за коммунальные нужды общественникам приходится платить самим. Сегодня организация объединяет 40 семей, где воспитываются особенные дети.